Вот так выглядит по-настоящему активная законотворческая работа. Один физически крепкий депутат за одно голосование успевает нажать 9 кнопок. Депутаты постарше отвечают за сектор поменьше. Если поделить число голосов на число присутствующих, получается, что один в среднем голосует за 5. Чтобы избавиться от мертвых душ и заставить депутатов голосовать лично, достаточно принять поправку в регламент. Парламентская практика показывает, что такое решение можно принять за один день. Но пока с такой скоростью принимают другие законы. Те, которые ежедневно требуют поправок. Допустимой дозе алкоголя один из тех, принятых быстро и без учета мнения оппозиции. Новый закон сегодня представил коллегам единорос Александр Москалец. Сейчас будет единодушное голосование. Покажите результат. Ну, кто-то один, видимо, вышел из зала, как всегда. Валентин Трушнин, Максим Евдокимов, Владимир Судец, телеканал.